В южноиндийском штате Тамилнад на 48 дней открывается лагерь для слонов. 28 храмовых животных со всего штата приехали в деревню Тикампати в пригороде Коимбатура. Их наездники-махауты моют своих подопечных и украшают их рисунками. Также слонов откармливают растениями и фруктами, а ветеринары проводят полное обследование. Этот лагерь отличается тем, что здесь проверяют их здоровье. У них берут несколько анализов крови, проверяют кал, чтобы убедиться, что здоровье слонов в порядке. Также со слонами гуляют на природе. Каждый раз поприветствовать слонов приходят местные жители, часто целыми семьями. Мы все очень рады видеть здесь столько слонов, и мы, слоны, очень счастливы видеть друг друга. Это редкий момент. Обычно во время отдыха слоны набирают вес, а еще становятся более жизнерадостными. В Индии они считаются священными животными, поскольку одно из божеств индуизма изображается с головой слона. Индийцы верят, что эти исполины приносят удачу. В стране проживает более половины всей мировой популяции азиатских слонов. Однако их численность сокращается из-за нелегальной охоты ради бивней.